Всемирная выставка «Экспо-2017» вызывает огромный интерес не только у коренных жителей страны, но и у местных иностранцев. Последние, живущие в нашей области по рабочей визе, намерены непременно посетить выставку. Более того, они уверены, что масштабное событие произведет настоящий фурор и станет полезным для укрепления экономических связей Казахстана с другими странами. Кенийец Дэвид Вагва преподает математику в Назарбаев интеллектуальной школе. Он вместе с семьей живет в Караганде уже несколько лет. Педагог мечтает посетить выставку «Экспо». Он уверен, что она пройдет на высшем уровне. Я планирую посетить выставку вместе с семьей. Это глобальное событие для Казахстана. Мне, например, интересны зеленые технологии. Хочу посмотреть и, возможно, найти для себя новое открытие. Идею Дэвида поддерживает и британец Иэн Маккензи. Он также работает в школе по приглашению. Педагог заявляет, что Казахстан очень ему нравится, и он совсем не жалеет о сделанном выборе. Казахстан поддерживает дружеские отношения со многими странами. Поэтому я уверен, что на выставке будут представлены нанопроекты разных стран. Они мне очень интересны. Новые проекты мы потом сможем изучить на занятиях со школьниками. Жизнь на предприятии «Изоплюс» Центральная Азия кипит. Рабочие трудятся, не покладая рук. Ежегодно завод выпускает порядка 100 километров отопительных труб. Именно эта продукция уже поставляется для строительства объектов выставки. Возглавляет карагандинский филиал компании Леонард Штайн. Он живет в нашем регионе уже 3 года. Руководитель заявляет, что сотрудники предприятия все как один ждут и готовятся к «Экспо». Уже в прошлом году поставили готовую продукцию для строительства территории выставочного центра. Мы этим очень гордимся. В этом году мы также продолжаем поставку продукции для дальнейшего строительства выставочного центра. Чем отличается наша продукция? То есть лозунг выставки – это зеленые технологии, это энергия будущего. Это как раз и есть наш продукт, именно почему, собственно, мы и поставили свою продукцию. Продукция «Изоплюс» не только задействована в строительстве объектов «Экспо», но и будет представлена на выставке. По словам сотрудников компании, их трубы сократят количество выбросов в атмосферу углекислого газа на 50%. Айем Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.